Сергей Зверев стал многодетным отцом. Прямо под Новый год суперстар узнал, что у него еще есть 8 детей. Сразу несколько девушек обратились к Звереву с просьбой признать отцовство. А оказывается, в совершенно разных уголках страны у короля гламура подрастают отпрыски. Новоиспеченному папе даже прислали их фото. Зверев только разводит руками. «Я всегда использую средства контрацепции», утверждает звезда. Так что детям просто неоткуда взяться. Девушки у нас в стране смышленные, а Новый год, как мы знаем, тяжелый праздник для кошелька. Жаль, что только развести звезду на алименты им не удалось.